Pagi. What's Amir step? Fighting? Ирин, сфоткай меня на фоне этого. Сумо, yes. Ага, тут их много, оказывается. Я видел, да. Ирин, можешь меня сфоткать? Давай, поверни. Ирина не боится комодо драконов и смело движется за ним. И смело движется за ним, не боясь того, что он трахнет ее хвостом. Она делает фотосессию. Yes. Прям как фотомодель. Фотосессия. Ага. Да, вот это This is Komodo. Komodo Park. Ирина сегодня себя решила обезопасить, одела штаны. То ж побаивается. Ага. Драгон крадется потихоньку к оленям. Мы сейчас наблюдаем, вот олени лежат на пляжу, на биче. Трое. А дракон потихонечку к ним идет. Вот здесь Ирина свои фотографии снимает. Все заняты своим делом. Один снимает, другой хочет съесть, а третий слегка побаивается.
Прет как танк. Жрать хочет, наверное. До оленя осталось 10 метров. Не знаю, заметили ли его приближение. О, заметили. Уходит. От греха подальше они подались. Драгон несколько озадачен, что не удалось поближе подойти, и решил отдохнуть и применить, возможно, другую тактику. Решил продолжить охоту. Только сейчас идет потише. Его самое главное орудие — его хвост, которым запросто может убить оленя. Сори. Ну, олень уходит. Им надоело. Прикольно.